Вот здесь находятся вещи. Это что было? 10 сумок он здесь оставил. Он что, вообще обалдел? А он точно живой? Давай вон ту самую большую. Нифига себе размерчик! Колокольчик для вызова духов. Ты сейчас позвенел, и я не приду. Что, я не поняла? Всем привет, я Элли Дим. Со мной, как всегда, моя собака Джина. И, как вы поняли по обстановке, сегодня мы снова полезем на чердак. Подписывайся на канал, а мы начинаем. Предыдущая вылазка на чердак у нас была еще в прошлом году, в конце декабря. Сегодня настала новая, уже третья попытка. Третий раз мы туда полезем. В прошлом видео, как вы помните, мы обнаружили и открыли вот эту коробочку, в которой мы нашли раритетные, 20-летней давности созданные игрушки из киндер-сюрпризов. Если вы не видели этот ролик и полный обзор на все игрушки, обязательно посмотрите этот ролик. В том же ролике мы в том числе облазили весь чердак по кругу, 360 обошли, а сегодня мы уже будем конкретно открывать все, что мы нашли там. Точнее, не все, потому что там слишком много всего, я думаю, хватит еще на множество роликов вперед. Сегодня мы будем открывать вещи американца. Я так подумала, что открывать коробку, на которой написано «не открывать», потенциально опасно, раз написали, что «не открывать», или там, может быть, какие-то очень-очень личные, какие-то, может быть, даже постыдные вещи, я просто не знаю, что может быть такое внутри, чтобы люди написали «не открывать». То есть кто-то не хотел, чтобы посторонние люди узнали, что там внутри. Поэтому, раз это может быть потенциально опасно, я думаю, сначала стоит открыть вещи американца, а уже потом открывать ту коробку. Мало ли что там. Хотя мне кажется, в вещах американца может быть не менее интересное, даже не представляю, что там. Американец жил в этом доме до нас, до того, как мы начали арендовать этот дом. Что уж у него там? Зачем он оставил здесь эти вещи и не забрал с собой? Я не знаю. Я одеваю перчатки, потому что там очень пыльно. Вообще, я только единожды видела этого американца, и то на фотографии. Он такой, знаете, похож на профессора Дамблдора из Гарри Поттера. Почему он не забрал свои вещи? Эти вещи здесь пролежали на этом чердаке много-много лет. Почему он не подумал о том, что эти вещи могут попасть к следующим жильцам в этом доме? Но это же очевидно. Наверное, он не думал, что на чердак кто-то полезет, и это может быть кому-то интересно, кроме меня. А может, он просто занес их на чердак и забыл? Там дофигища его вещей, несколько чемоданов. Как можно было это забыть? Или он так сильно торопился? Короче, что-то там нечисто, мне кажется. Джина очень хочет туда пойти только из-за того, что потенциально она может половить там мышей. Масочку респираторную обязательно одеваем. Я думаю, мы сделаем так. Мы возьмем чемодан и вынесем сюда, потому что там очень темно. Я готова! Давай я еще вот этот светильник, короче, с собой возьму, там поставим. Хотя бы, чтобы хоть сколько-то освещало. Дело в том, что нельзя туда, на этот чердак, взять типа как бы свечки, да, чтобы там подсветить. А света нет, поэтому у нас будет только один фонарик и вот эта лампа. Так, Джина готова. Джина очень хочет. Для нее это целое приключение. Тихо, тихо, аккуратно. Ну, погнали. Ой, елки-палки. Господи боже, эти часы звенят при каждом шаге. Аккуратно, тут гвозди торчат. Вот здесь находятся вещи. Это что было? Ты постучал? Нет. Ты врешь. Это ты врешь. Эль, я не стучал, у меня две руки заняты. Ты что, прикалываешь? Вот ты меня дорогая снимал. Слышал прям тук-тук-тук. Кирилл, ну не смешно уже. Я тебе серьезно говорю. Блин, надо на записи будет потом посмотреть. Не пугай меня, пожалуйста. Короче, здесь много вещей. Что мы отсюда вынимаем? Первую какую сумку. А может, мы прямо здесь откроем, а? Я даже не знаю. Ты эта доска стучала. Да, но я ее не трогала. Вот это возьмем? Да все возьмем, все вещи, которые относятся к американцу. Так, Джина почему-то виляет хвостом и смотрит туда. Что там, Джиночка, что? Ей что-то там интересно, может быть, или она что-то чует, я не понимаю. О, господи, да тут их полно. Короче, все вынимаем. Короче, да, будем вынимать все сумки и открывать их под светильником. Давай мне по одной. Слушай, ну она очень тяжелая. Вынимай. Случилось. Я тебя напугала. Очень тяжелая. Что там, гантели что ли? Я не знаю, что там такое кирпичи может быть. Причем сверху бумага, поэтому это очень странно. А, вот слушай, мне вот этот еще интересен пакет. Отдельно, который почему-то, вот эта черная сумка. Она не очень тяжелая, но при этом
Что-то там есть. Здесь вот одни диски. Я не знаю, мы же не будем смотреть, какие там фильмы, хотя... Давай вынем, посмотрим у тебя просто. Так, вот это я не смогу взять, Кирилл. Слышишь? Я вынес, когда ты отойдешь от... Хорошо. Сейчас Кирилл все вынесет. Давай я сниму, как ты будешь выносить. Боже, хоть бы выйти отсюда. Я буду теперь камерамен. Там мы под ногами, смотри, прям под ноги. Можно провалиться и упасть. У меня сердце колотится жуть. Почему-то именно на чердаке так жарко всегда. Ой, фу, это просто ужас какой-то. Хотя у нас на улице сейчас минус 20. Ой, аккуратно. Какой большой мешок. А здесь что, что может быть такого тяжелого? Мне не терпится посмотреть. Это офигеть просто. Не открывать, откроем в следующий раз. Если вы не понимаете, что там за коробка, посмотрите первый выпуск, первую нашу вылазку на чердак. Я что-то не понимаю, почему часы показывают? А, они же не ходят у нас. Без пяти трех. Они так и показывали в тот раз, Кирилл? Без пяти трех. Эти часы, дело в том, что они, ну, естественно, не идут, потому что они не заведены. Но у меня такое ощущение, как будто в предыдущих наших вылазках на чердак эти часы показывали другое время, при том, что они не идут. Блин, надо будет пересмотреть, посмотреть, потому что, не знаю, это несколько подозрительно. Давай вынем хотя бы вот это, а то, ну, видишь, тут три сумки на проходе. 4, 5, 6, 7. Тоже? Блин, что, 10 сумок он здесь оставил? Он что, вообще обалдел? Слушай, такое ощущение, как будто... Кирилл, а он точно живой? Если это столько вещей, ну это реально целая жизнь человека. Мы выходим с Джинджер. Джиночка, аккуратно, я свечу. Посмотрите, сколько сумок. Офигеть, просто какое количество. Я думаю, мы сделаем так. Мы будем по одной сумке брать и класть вот сюда на стол, смотреть обзорно быстро, но зато посмотрим все сумки сразу. Сумка номер один, черный пакет. Так, что же здесь? Блокнот. Я подумала, iPad. Я тоже сначала такая, о, что ты такое классное. Блокнот на английском языке. Я не знаю вообще, что это, но я вижу, что здесь что-то написано на английском языке. Видимо, это реально его сумка. Что здесь? Свечка. Рождественский носок-свечка. И, видимо, это сувенир из России. Вот что нравится американцам. Вот как они это представляют. Что здесь? Great American Test. Это что-то, я не знаю, что это, пепельница? Курение вредит вашему здоровью, неважно, кто вы, американец или русский. Еще одна такая же тетрадочка. Неинтересная, но такая же. Какой-то фильм про царскую семью на английском языке. Слоненок. Странные предпочтения. Несколько тетрадей абсолютно одинаковых. Вот в чем секрет? Я не понимаю. Они одинаковые. Recipes for perfect English. Да, кстати, сегодня на канале Elodie Pets вышло видео, где я ночую в вольере у кроликов. Вы очень просили, я сделала это. Это было вообще дурдом просто. Обязательно посмотрите, когда смотрите этот ролик до конца. Ссылка, как всегда, в описании под этим видео. О, стоп. Тут еще что-то есть. Во-первых, тут вот такой маленький КТ. Вот такая 1957 года, 1 копейка. Вот такой пакетик с игральными костями. Офигеть, а вот это что за кости? 16, 49. Они такие, знаете, это поюзанные, заигранные. Странное сочетание предметов. Ну, вот, наверное, просто он их не сортировал, все вещи по пакетам. И так, все, в кучу. Я не представляю, что нас ждет там. Итак, давай тогда следующую сумку. А вот и вторая сумка, она вот такая красная, она была почему-то приоткрыта. Я смотрю, здесь очень много бумаги, поэтому я буду прямо кучей вынимать, выкладывать. Будем смотреть, есть ли что-то интересненькое. Ну, как бы разная бумага на английском языке, что-то написано, распечатано. Это очень долго, мне кажется, смотреть. Вообще, как бы, если бы эти вещи здесь хранились, ну, я не знаю, там, год, там, два, я, может быть, постыдилась открывать их, но так как уже прошло, блин, дофигища лет, значит, они ему точно не нужны. Какая-то пыльная тряпка. А здесь что? Ого! Это что такое? О, это типа адвент-календарь, что ли? Типа ты ставишь там 28 декабря. О, это и есть календарь, смотрите. А, здесь меняются непосредственно месяцы. Там новембр, септембр. А здесь числа. Прикольная идея для календаря, слушайте.
Интересненько. Какие-то игральные карты, Нью-Йорк, что-то там. Да, это точно его вещи. Вот еще один брусочек календарный. Так, здесь что-то в бумаге запаковано, причем в американской газете. Вау! А можно я это себе заберу? Посмотрите, как... О-хо-хо, как я обожаю эти шары! Это из Диснейленда парижского. Вот такой замечательный шар. У него немножко вода уже, посмотрите, испарилась. Видно, что такой шар уже достаточно старый. Ой, ну какая красотень. Ну, пожалуйста, можно я себе это оставлю? Нет, нельзя. Нельзя? Он был в Диснейленде? Офигеть, даже я не была в Диснейленде. Ладно, так, что еще? О, здесь тоже что-то запаковано. Ой, у нее большие воздушные шарики спереди. Ой, смотрите, у нее ноги. Ой, какая забавная статуэтка, слушайте. Это просто прикол. Откуда же она? Материал керамин. Неизвестно откуда, но у нее два больших воздушных шарика. Деньга. 20 форинт. Костарсаг Кьяр 1995. Это, скажите, монетка какой страны? Я не знаю, не поняла, ничего не написано здесь. О, офигеть! Здесь дофига всего. Ну, какие-то книжки, ладно, мы это оставим. А вот эти все запаковочки. Что это за тарелочка? Иерусалим. Иерусалим, видимо, он там бывал. Классно, я там не была. Ручка. Еще магнитики из с острова Кос. Санкт-Петербург, этот брелочек. Санкт-Петербург, Россия. Вау, классный, да? Слушай, это бы понравилось капитану Косте. Это же Иван Грозный. Иван the Terrible. Так, ничего не мнем, аккуратненько. Еще есть одна какая-то... Блокнот from drawing book. Блокнот для рисования. Ну, собственно говоря, здесь еще есть вот такая бабочка. Джиночки очень идут, бабочки. Ладно, я шучу. И книги. Ключи от Москвы, например. Что это значит? Наверное, это какие-то достопримечательности. Да, карты и все такое прочее. О, подожди. Стоп, 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 стоп. Какая свечка. Посмотрите, с ракушками, блин. Мне точно нельзя отсюда ничего забрать. Джинке понравилось. Не, если Джинке понравилось, я уже ничего не смогу сделать с этим. Какие-то деньги. Опять же, форинт, форинт. Так и не поняла я, что, откуда эта денежка. Магьяр Костарсасаг написано. И здесь есть еще... Ой, какой-то страшный тип. Колокольчик, отпугивающий духов. Какой-то он странный. Может, он вызывающий духов? Кирилл, я уже позвенела, поздно сказал. Ну да, он какой-то стрёмный. Колокольчик для вызова духов. Ты сейчас позвенела, и они придут. Ну ладно, пусть приходят. Приходите, мы тут. Если придут, вы их непременно увидите. В этом видео, скорее всего, точно. Все, остальное это книги. Я аккуратненько сложу все обратно. Давайте следующую вот эту сумочку. И сразу ее на стол сюда. Это мега просто какая-то самая, наверное, необычная распаковка в моей жизни. То, знаете, какие-то там вещи, которые покупаешь, то посылки от подписчиков, и как бы точно знаешь, что там примерно что-то предсказуемо, но когда ты открываешь вещи американцев какой-то там давности, это может быть все, что угодно. И что же здесь в первую очередь мне попадает? Окару, араб хедгер. Зачем ему головной убор араба? А, вот, Дубай дьюти фри. Вы, кстати, были в Дубае хоть раз? Я никогда не была. Так, что здесь? Какой-то есть маленький... Евро 2012, Польша-Украина штучка. Мне кажется, это сумочка складная, знаете, такие как дорожные сумочки. Так, здесь диски разнообразные. Мастер и Маргарита, какая-то любовь. Вот здесь, например, смотрите, книжка за закладкой. Анна Каренина, Лев Толстой. И он дошел до вот этой странички. Видимо, на странице 505 стало очень скучно читать.
Ну, классика жанра. Что вы хотите слушать? Интересовался нашей литературой? Похвально. Все, здесь дальше диски. Only диски. Ты не заглядываешь в разные кармашки. А ты думаешь, в кармашках что-то есть? Nutrilon Fact, Spenda, Sweetener. Это сахар, подсластитель точнее, какой-то заменитель сахара. No Calories Sweetener называется. Подсластитель без калорий. Допотопный такой. А все, больше кармашков нет, и внутри тоже нет. Убираем аккуратненько. И достаем следующую сумку. Какую вы хотите следующую достать? Давай вон ту самую большую. Короче, огромное, тяжелое сумище. Давайте начнем с наружных карманчиков, потому что я вижу, что здесь очень много всяких таких вот наружных карманов именно. Давай вот этот откроем сначала. Фу, это что такое? Смотри, с ней что-то сыпется. Здесь что-то есть в первом же кармашке. Вот такой вот подарочный пакет новогодний, по всей видимости. И здесь меня ждет аптечка. Там просроченные, явно просроченные разнообразные лекарства. Просроченные лекарства. Другой кармашек. Если там была аптечка, то тут будет салон красоты. Понятно, какие-то кремушки. Ясненько. Вот здесь есть вот такой. Это боковой или большой уже пошел? Большой. А, это уже большой. Есть еще два боковых с другой стороны. Вот здесь. Так, сейчас я дотянусь. Очень тяжелая сумка, я еле ее переворачиваю. Ого! Тут какой-то чемоданчик. И написано World Famous Marzipan. И там внутри... Сувенирчики опять. Египет. Я никогда не была в Египте. И матрешка. Я была 100 раз в Москве. А здесь просто белые, так скажем, листки для записи. Джин, это ты считаешь очень вкусным. Джин очень нравится. Ясно. Коробочка из-под марципана. Прекрасно, прекрасно. Еще здесь есть листочек с надписью «Китти». Зачем это нужно, не понимаю. И здесь... О, какая милотень! Такие типа под старину открытки, которые прям вот так вот можно отправить. Новогодние, русские, с Новым годом, СССР. Вау, олдскульчик. Джин, что случилось? Все нормально, все под контролем, Джинджер. Тебе просто очень нравится или ты переживаешь за меня? Давайте другой карманчик откроем. А здесь... сколько разнообразных, ярких. Вот таких вот стикеров, на которых можно что-то писать. Не открытых. Сразу забрала бы себе, если бы я была клептоманкой. Но Кирилл меня сдерживает, поэтому это отправляется обратно. И мы открываем основной раздел. Джина уже просто прыгает здесь на стол. А, нет, это еще верхний какой-то. Фу, здесь какие-то вещи. Давайте я не буду конкретно трусы, так скажем, доставать. Посмотреть хотя бы, что это. Ну как это? Рубаха, полотенчик, кофточка. Кто это, Джин? Так, давайте посмотрим. Нифига себе размерчик! Черт возьми! Да это на 3 таких, как я. Так, и открываем уже, я так понимаю, основной большой отдел. Что тут, Джиночка, что? Джина все проветривает, проверяет. Джина, это типа, тебе помочь залезть туда? На самом деле, этот карман пустой. Что-то туда лазила Джин, я не знаю. Странная собака. Так, значит, здесь я вижу типа подушка. Подушка. О, рамочка какая-то. Тут просто типа открытка вставленная, что ли. Наверное, это декор, не более того, может быть, не знаю. Что такое, Джин? Подожди. А, вот здесь что-то есть, смотри. Какие-то предметы. Ай, как бы до этого докопаться. Так, здесь ничего нету, все, здесь подушка. Аккуратно. Деле, всегда мягкие вещи убирают самые хрупкие. Да, кстати, вот я тоже подумала, что вполне возможно, что самые хрупкие вещи именно в белье укладывают. Смотри, что-то есть, Кирилл. Что-то есть. Закручено, вот. Прям как это сказал.
Ого, там что-то есть. Какая-то школьная учительская указка, скажи. Что-то я не поняла. Это что, это прикол, типа, или что? Или это серьезно? Ну, это, я не знаю, как бы, это очень похоже, черт возьми, на, типа, волшебную палочку. Нашли волшебную палочку! Офигеть! Кирилл, ну это ж не шутка. Я просто в шоке. Джин, это что за палочка? А ну, расследуй. Расследуй, что это? Джина попробовала. Джина? Суслик! Ох, это супер волшебная палочка. Молодец, Джинка. Лежать! Ой, она работает, эта палочка. Подписывайтесь на канал о питомцах. Там я иногда рассказываю, как без волшебной палочки можно научить собаку выполнять команды. Ну, а если говорить серьезно, то я действительно не знаю, что это такое. Это очень похоже на волшебную палочку, как бы, ну, я понимаю, что это как бы должен быть сувенир. Не более того. Это все очень странно. Джин, не надо стрелять. Джина, палочку. Джина, не надо стрелять, а то сейчас правда выстрелишь куда-нибудь. Флиппендо! Джина, раз в год и волшебная палочка срабатывает. Короче, не знаю, кажется, реально это волшебная палочка. Так, а что ж там внутри дальше? Вот там еще что-то есть, Кирилл. Какие-то тетради или не знаю что. Нет, есть коробка. Подожди. А, нет, это не коробка, это рамка. Мне кажется, или это какой-то такой тоже, типа, российский, советский персонаж мультипликационный. И там еще есть несколько тетрадей. Я до них вообще фиг докопаюсь, мне кажется. Ау, ау. Ау! Ай, блин, больно как. Ай, Кирилл, я поранила палец, вот смотри. Чё красоты? Жесть, у меня прям кровь из-под ногтя идет. Это наказание за мое любопытство. Я не знаю, чем я порезалась, поэтому мне точно надо чем-то обработать. А у нас еще очень-очень много сумок. Поэтому я думаю, может быть, мы остальные сумки откроем в следующем видео. Как вы думаете? Напишите в комментариях под этим видео. А на сегодня, я думаю, хватит. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах. Пока!